Компания Food Service представляет аппарат сахарной ваты USV Pony. USV Pony изготовлен по классической схеме работы китайских аппаратов. Тен аппарата встроен в головку и вращается вместе с ней. Такой способ нагрева головки позволяет сократить время старта до 2-4 минут. На головке аппарата предусмотрены крылышки для подачи ваты вверх. Это позволяет наматывать большие порции ваты, а также делать формы в виде цветов. Уловитель диаметром всего 36 см прикручивается к аппарату и защищает от разбрызгивания сахара в стороны. Данный аппарат, в отличие от китайских аналогов, работает намного надежнее. Головка имеет пружинную подвеску. Это исключает дисбаланс и разбивание подшипникового узла, что нередко встречается в китайских моделях. Перед включением аппарата необходимо открутить транспортировочные винты с помощью отвертки. Сахар в головку засыпаем мерной ложкой, которую можно приобрести отдельно в компании Food Service. Включаем кнопку нагрева слева, а регулятор нагрева устанавливаем на максимум. Сразу же включаем кнопку вращения головки справа от регулятора. Загораются обе кнопки, включается вращение и нагрев головки. Подготавливаем палочки и уже через 2-4 минуты наматываем на них вату. При необходимости сахар досыпаем в головку на ходу, не выключая вращение и нагрева. Регулятором нагрева необходимо подобрать и установить правильную температуру, при которой сахар в головке не пригорает и в то же время вылетает не очень медленно. После окончания работы аппарат выключается в следующей последовательности. Выключаем левой кнопкой нагрев головки и оставляем на 5-10 минут вращаться головку без нагрева. После охлаждения головки выключаем вращение правой кнопкой. В компании Food Service можно посмотреть аппараты разных производителей и выбрать подходящий вам вариант. Мы находимся по адресу: город Киев, улица Полковника Шутова, 9А, компания Food Service.